Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев. Это видеоблог и онлайн-турагентство Георгиев Travel. А я приехал в отель Шуга Марина Арт. Он находится у нас в бухте Карон. Карон. Все по-разному произносят. В общем, бухта Карон, которая находится в Таиланде на Пхукете. Логично, да? А здесь я даже поживу, но наша задача с вами, конечно, посмотреть территорию и номера. Напомню, что формат Шуга Марина – это вообще, в принципе, формат более такого городского формата, городского отдыха, где хорошие места, размещение, места в плане локации, да, то есть городская среда, вышли, все рядышком, близко и так далее, и при этом классные, хорошие номера. Поэтому пойдемте посмотрим территорию, номера, все как обычно. Заходим в лобби. Здесь у нас будет с вами веселее. Это формат вот такой, скажем, бутик-отеля. Здесь вот у нас расположен ресторан, но мы еще с вами здесь побываем на завтраке, потому что я здесь буду жить. Все в таком морском стиле. Каждый отель Шуга Марины, а их, если не ошибаюсь, более 7 вообще на Пхукете, они такие достаточно интересные. Если не ошибаюсь, у них владельцы тайцы с китайцами. Они достаточно активные, красивые, изящные и удобные по местоположению. Но без огромной территории, соответственно, это не резорты, а такие городские форматы с очень красивым и интересным дизайном. Вот такой у нас веселенький коридор и номер. Так, заходим. У нас тут на входе стеклянная ванная и душа. Как у меня любят туристы, говорят, эротическая ванна, то есть у нее нет никакой загородки, перегородки, то есть это, скажем, максимально номер для двоих. Так, здесь на входе зонтики, сразу показываю, как выглядит номер. Здесь у нас такое рабочее место, уютненько, по-домашнему, и две раздельные кровати. Высказывание Пабло Пикассо. Вот такой вот у нас номерок, он у нас называется Art, Шуга Марина Art, и поэтому у нас здесь все связанный с искусством. Вот такой у нас небольшой балкончик с видом, ну, как в картине Пикассо. В какой-то степени, да? Вот такой вот номер. Ну, внутри он очень достаточно симпатичный. На мой взгляд, исключение составляет, это, конечно, вот эта ванна. Если мы проживаем не с семьей, то это как бы немножко странно. Даже шторки, друзья, нет. Ну, а так, в целом, веселый номер, небольшой, интересный, в общем, в стиле Шуга Марина всегда удивляет, каждый раз что-то разное. Так, здесь у нас быстренько пробежимся. Здесь у нас есть сейф, есть пляжные полотенца, есть шкафчик, халаты, тапочки, все это есть, телевизор. Здесь у нас в шкафу чайник и здесь же у нас водичка у нас входит, скажем так, в стоимость. Вот такой вот, друзья, у нас с вами номер. Давайте прогуляемся по этому арт-отелю. Смотрите, какие прикольные штучки. Мне нравится такой дизайн. Пожалуйста, уберите мою комнату и не беспокойте. Такой валик. Есть в этом что-то. Ну, однозначно есть, когда у тебя такой прикольный дизайн номеров. Это прям прикольно. Вот. И сейчас мы, конечно, пробежимся по территории. Напоминаю, что в Шуга Марина территория всегда обычно небольшая, компактная. Но у нас главное это максимально близость к центру. И просто комфортные, прикольные номера. Все, двигаем вниз. Здесь я вообще не понял прикол. Сейчас думал, что это детская зона, а это просто у нас такая лесенка. Типа ты такой шел-шел, и что, вдруг сюда упал? Ну ладно, как бы у нас же все это в арт-стиле, поэтому не будем, как говорится, вбодаваться в детали какие-то подробности, будем просто смотреть и радоваться, потому что, как говорится, дизайн, и точнее искусство есть искусство, его нужно смотреть. И либо вы его понимаете, либо вы его не понимаете. Здесь у нас вот такие картины представлены, чтобы вы не грустили, пока ждете лифт. Как раз лифт приехал, я двигаю на первый этаж, и мы с вами выйдем в бассейн. Так, мы с вами вышли к территории отеля. Вот такие вот веселые лесенки, еще раз вам покажу. Дизайнерский коридор. И вот здесь мы буквально с вами недавно заходили на территорию отеля, и вот у нас сама территория отеля.
синенький бассейн, причем заметьте, что здесь есть категория номеров с выходом к своему бассейну, это все первые этажи, как вы видите. Ну а дальше уже поехали номера, либо у вас есть вид на внутреннюю часть территории отеля, то есть на бассейн, на шезлонги, вот здесь вот, либо он у вас, как у нас, как в моем номере, это вид куда-то на здание. Конечно же, это все можно заранее забронировать и прописать какие-то пожелания. Но в основном как бы все категории номеров, они уже указаны. И если вам нужен с бассейном, то он так и есть с бассейном. Чтобы посмотреть цены данного отеля ниже по ссылочке, приходите, там мой сайт. Можно все сразу посмотреть. Так, друзья, у нас с вами завтрак, как обещал, с 7:30 до 10:30. Народу уже достаточно немало, но давайте посмотрим ассортимент. Здесь у нас с вами кофе-напитки, рис. Еще рис, лапша, в этой части у нас фрукты, бананы, все такое, здесь салатики, в этой части у нас яйцо и омлет, причем все оперативно подкладываются, еще яичко, сосисочки, здесь у нас бекон, и вот в этой части хлеб, круассанчики разных видов. Так, друзья, у нас с вами идет завтрак вовсю. Что могу сказать, ассортимент питания, конечно, меня очень удивил, потому что я думаю, что будет все гораздо проще, но на самом деле все очень прикольно. Что хочу дополнительно сказать, что отель достаточно шумноват. Я вот вчера работал где-то до полпервого, и здесь отсюда была слышна музыка, там где-то пели какие-то караоке, песни. Ну, нормально вроде пели, как бы, ну, это, наверное, какая-то развлекательная история, но я сначала думал до 11, потом смотрю, ну, полдвенадцатого, до 12. Ну, нет, друзья, было это все продолжалось примерно до часу ночи. Поэтому, кто ожидает от этого отеля спокойствия, то, как бы, на это сильно не рассчитывайте. Хотя, в принципе, ну, не настолько прям все прям рядом, ну, слышно было даже при закрытых дверях балкона. Ну, в общем-то, друзья, и все. Мы с вами прошли всю территорию. Я вот еще разок вам покажу, как мы прошли. Вон там у нас сначала, вот у нас основной корпус. Часть номеров, как и говорил, с бассейном, часть без. Ну, он же является общим бассейном, где вы можете спокойно купаться. И вот здесь вот зеленая зона еще небольшая, где можно просто вечером посидеть. Есть диванчики, такие стульчики, качалки. Просто лавочка или это пусть будет столик. Музыка по территории играет. Такая современная. Ну, это, наверное, конечно, с первого вида и взгляда похоже больше такой на молодежный отель. Ну, или отель для двоих. Ну, я бы не сказал, что с детьми сюда нельзя. Я бы с детьми сюда приехал. Здесь, опять же, повторюсь, что это отель в формате больше городского отеля. С необходимым всем, что есть. Нормальными, хорошими номерами, бассейном и хорошим, удобным местоположением. Вот и все. До моря здесь тоже шаговая доступность. И, в общем, все хорошо, друзья. Вот здесь у нас есть такой барчик. Конечно, это все дополнительно плату. Можно заказать пиво, напитки, коктейльчики и так далее. Вот, собственно, наверное, и все. Вот здесь у нас еще один столик. И, в общем-то, мы вот так вот с вами плавно вышли с территории отеля. И его вокруг весь с вами обошли. Вот у нас это вывеска Sugar Marine Resort, и возле которой я вам сделаю резюме по данному отелю. Хотя, в принципе, уже, наверное, все поняли, и резюме здесь, наверное, не требуется. Обзор у нас небольшой, городской вариант, удобный, расположенный, с прикольными номерами. Ниже, еще раз под видео напомню, есть все цены на сайте mamgeorgiev.travel, а также мой прямой WhatsApp. Пишите, звоните, и увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, это онлайн-турагентство-видеоблог Георгиев Travel. Договор, чек, все как положено, друзья. Жду на бронирование.